Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Ну, сегодня привезли ко мне в парк-отель очень красивую девочку, голден-ретривера по кличке Луна. Вот она. Привезли ее даже не столько для передержки, сколько для того, чтобы я подправил ее поведение. Проблема заключается в том, что собака ходит дома в туалет, это первое. Второе, тянет поводок. Ну и отсюда все вытекающие последствия. Просто, ну, как бы неуправляемая в плане и не сдержанная в плане туалета. Так, по поводу туалета. Вот, ну, есть схема воспитания, есть схема перевоспитания этой ситуации. А, да, еще собака не знает, собираются хозяева приобрести клетку, и вот мне нужно приучить ее к вольеру клетки. Ну, по клетке сейчас вот идет адаптация. То есть дискомфорт вне клетки, комфорт на собаке в клетке. То есть там вода, еда у нее, кормление там будет осуществляться. Рядышком лежит Акбар. Акбара она пока еще опасается. Поэтому сейчас для нее более комфортное состояние находиться внутри клетки. То есть Акбар мне всячески помогает в приучении. То есть дискомфортно здесь и комфортно внутри. Ну, вот как-то так будем заниматься собачкой. Поэтому следите за каналом, да, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего. И записывайтесь на курс «Городская собака». Курс «Городская собака» онлайн-курс. Более подробно вы можете узнать о нем на нашем сайте яймойхвост.рф русскими буквами, без пробелов. Заслужите доверие и уважение, следите за каналом, за нашими занятиями с Луной. Всем пока!